Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу с вами обсудить самые интересные, самые крутые, жаркие новости с Инстаграма нашего казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Если честно, я очень обожаю его Инстаграм. Я просматриваю абсолютно все его посты. И сейчас скопилось у меня столько очень много крутой информации, что я решила поделиться со своими подписчиками. И первое, что я хотела рассказать, это то, что Димаш Кудайберген создал свой аромат. Большим удовольствием пойдут покупать аромат Димаша Кудайбергена. При этом у них есть своя официальная страничка про парфюм Димаша Кудайбергена, где они поделились такой классной новостью, то что линию ароматов этого парфюма они будут расширять, и то, что каждый человек, каждый фанат Димаша, каждый дерз сможет приобрести и найти вот именно тот свой аромат, который будет подходить лично вам. И я считаю, что это просто мега, просто крутая новость. Я думаю, что на YouTube Димаша вы уже видели шикарный промо-ролик. Он меня просто покорил, если честно. Вторая новость, с которой я также хочу поделиться, то, что теперь у нас и появился чай Димаш Ти. Это вообще просто бомба новость. Также у них в Инстаграме есть отдельная страничка, где вы можете заказать только чай Димаш Ти. Он уже поступил в продажу. Также вы можете его приобрести в Казахстане, России. Также в Киргизии прям очень много, я посмотрела, есть вот этих магазинов, есть вот этих торговых точек, где именно продают чай. Ну, я считаю, то, что это такая вот тонкая мелочь, где вы можете просто насладиться, прикоснуться к этой коробочке. Ну, не знаю, мне она настолько тронула, что там, знаете, фотография Димаша на этой коробочке, упаковке. Ну, вообще, конечно, круто, супер. И на вот этой вот страничке в Инстаграме они написали то, что очень большую партию чая они отправили в Корею. И они прям выставили этот чай пирамидкой, поставили домбру. И это настолько мило, прям, ну честно, я прям в восторге. Также у них есть вот свой официальный сайт dimashti.com, где со всего мира абсолютно могут люди заказать в любую точку света с этого сайта. Сейчас, так как я нахожусь в Тунисе, я, конечно, ну, мне тяжеловато будет немножко это сделать, чтобы приобрести этот чай. Но когда я буду в Алма-Ате, я обязательно попробую этот чай. Если вы уже пробовали, то пишите мне в комментариях, отличается ли он немножко от другого чая или нет. Мне будет очень приятно почитать ваши комментарии. И последняя шикарная новость, это по поводу его концертов. Ближайшие даты по его концерту, это будет 29 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, будет его первый сольный концерт. И также он решил пригласить одну девочку с Индонезии, которая его фанатка, и она перепела очень много его песен и на русском языке, и на английском. И он решил дать этой девочке шанс спеть на большой сцене. Я считаю, что это просто вау новость. Видите, у нее очень сильный голос, она шикарно поет. И от каких-то композиций я была просто в восторге, особенно когда она поет на русском языке. Также вы, наверное, уже в курсе то, что 10 декабря 2019 года в Нью-Йорке тоже также состоится первый его сольный концерт. Так что для многих фанатов с Америки это будет шикарный шанс пойти и послушать его волшебный голос. И последняя новость, это 11 марта 2020 года будет первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в Украине, в Киеве. Просто потрясающая новость, что каждый человек может легко и доступно прилететь в Украину. Почему я так говорю? Потому что очень много людей, которые хотели прилететь в Казахстан на концерт Арнау и Димаша, просто не смогли по какой-то визовой проблеме, потому что
кого-то мужья не отпускали, кто-то еще что-то, кто-то иностранец, для кого-то очень тяжело получить эту электронную визу. В общем, волокита, конечно, очень большая с этими документами, я не понаслышке это знаю, поэтому многие люди просто-напросто не смогли прилететь к нам в Казахстан на концерт Димаша. Если вам понравилась эта информация, которую я с вами поделилась, то поддержите меня лайком, пишите мне ваше мнение в комментариях. Если у вас есть какая-то другая, новая, интересная информация, то обязательно делитесь внизу. Также на моем канале вы уже можете найти пару видео про Димаша Кудайбергена и других звезд, а также другое много информации. Если вам это все интересно, если интересно я вам как личность, то подписывайтесь на мой канал, я делюсь абсолютно разной интересной информацией. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и всем пока-пока!